На этом занятии мы познакомимся с базовыми возможностями Linux. Возможно, сегодня вы запускаете его в первый раз, поэтому с одной стороны интересно узнать что-то новое, с другой стороны есть некоторая боязнь того, что будет все непривычно и незнакомо. На самом деле, если бы мы запускали Linux, может быть, лет 6-7 назад, то так и было бы, потому что тогда, чтобы познакомиться с Linux, нужно было проделать некоторые усилия и привыкнуть к тому, что все немного незнакомо. Но за последнее время версии Linux значительно изменились и стали гораздо более дружелюбны к обычным пользователям. У них много общего с Windows и macOS. Давайте приступим к знакомству.